каждый из вас, кто сидит здесь, и кто-то, может быть, не смог прийти, и кто когда-то был вот в этих отрядах, вы все написали историю, уже историю студенческих отрядов нашего университета. Поэтому творите дальше, развивайтесь дальше, оставляйте дальше след в истории нашей «Альма-Матер». В концертном зале культурно-спортивного комплекса Казанского федерального университета «Уникс» состоялось ежегодное мероприятие «Закрытие Солены-2022». Помимо награждений номинаций и подведения итогов, участники фестиваля показали свои лучшие творческие номера. Подготовка мероприятия у нас началась еще за месяц до мероприятия, когда мы с ребятами обсуждали сам ход нашего концерта, какие номера они будут показывать. И сегодня у нас был генпрогон, где ребята показали себя на все 100. И, надеюсь, на самом концерте они также поделятся своими эмоциями с нашими гостями. Всего существует 12 разнонаправленных штабов студотрядов. В них принимают участие студенты вторых и третьих курсов всех институтов и факультетов Казанского университета. Главная задача, которую ставят перед собой студотряды, это временное трудоустройство студентов на летний период. Я являюсь комиссаром студенческого отряда проводников «Магеллан». И мы решили, что мы хотим выступить на фестивале закрытия со стемом. Это юмористический номер. Мы долго и упорно готовились. Мы в предвкушении этого мероприятия. Я думаю, это будет ярко, бомбезно, просто круто. Надеемся на победу, конечно. Хотим, чтобы зал смеялся от наших шуток, ну и вообще оставить какую-то хорошую эмоцию людям после нас. Лучшим отрядом КФУ выбран студенческий отряд проводников «Магеллан», который получил знамя лучшего отряда штаба. Аделина Абдрахманова, Фарид Захитоглы, Универньюз.